Фанаты Dota 2 нашли в игре новое упоминание боевого пропуска к The International 2020. В главном меню мобы появились одноименные трофеи, которые выдаются пользователям за покупку и прокачку Battle Pass. Информацию об этом опубликовали на Reddit. Разработчики еще не анонсировали новый компендиум. Однако ранее Valve добавила в Dota 2 уровни к следующему боевому пропуску, которые пока недоступны в основном клиенте игры. На днях датамайнеры опубликовали неподтвержденную информацию о функциях и страницах, которые появятся в Battle Pass к The International 2020. По их словам, разработчики добавят особый внутриигровой ивент или режим, испытания для тренеров, достижения, выбор любимой команды и другое.